В югре установят новогодние елки из неперерабатываемых отходов. Их поставят возле экоцентров. Югра собирает в Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Такие экологичные елки спасут жизнь хвойному дереву и сберегут средства от покупки искусственной ели. Отмечу, что изготавливать их будут из труб ПВХ и компакт-дисков. Такие материалы не принимает ни один завод по переработке в УРФО. Добавлю, что жители Ханты-Мансийской Нижневартовска с 1 по 25 декабря могут принять участие в конкурсе и принести свои новогодние игрушки из неперерабатываемых материалов в один из экоцентров. Потом ими украсят новые новогодние елки.